Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло У. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению лосьона для сухой кожи. Для этого нам понадобится масло семян лимона, витамин К жидкий, масляный экстракт эхиноцеи, гидролат апельсина, масло кокоса нерафинированное, масло жожоба, стаканчик, бутылочка, стеклянная палочка и ложечка. Теперь приступим к смешению ингредиентов. Нам нужно добавить гидролат апельсина, я налила где-то 40 грамм. Дальше нам нужно масло жожоба. Где-то 1,5 чайных ложечки. Теперь я беру кокосовое масло. Также добавляю где-то 1,5 чайных ложки. Теперь нужно витамин К. Я добавила где-то 2 капельки. Дальше берем масло семян лимона. Нам нужно где-то чайную ложечку. И последний штрих – это масляный экстракт эхиноцеи. Я добавила 7 капелек. Теперь хорошо перемешиваем. Я возьму для этого стеклянную палочку. Хочу сказать, что все эти масла очень полезны именно для сухой кожи. Они увлажняют, немножко отбеливают, помогают очистить поры и сужают, убирают мелкие мимические морщинки, так как мы знаем, что сухая кожа более подвержена именно образованию морщин. Так, теперь мы наливаем флакончик. Закрываем крышечкой. Перед тем, как вы будете его использовать, нужно хорошо встряхнуть. У нас получился лосьон, как сейчас продается в магазинах, 2 в 1. То есть первая фаза водная, она будет у нас снизу, вторая масляная сверху. И тогда мы хорошо смешиваем и наносим ватным диском на кожу. Масла еще будут снимать лишний жир, будут убирать загрязнения, остатки косметики, а все остальные гидролат будет освежать кожу и делать ее более мягкой и нежной. Использовать этот лосьон можно либо утром, либо вечером. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!